Всероссийский детский центр «Орленок» посетил вице-адмирал Евгений Орлов. Он встретился с ребятами детского лагеря «Штормовой», рассказал об особенностях морского дела и о своем профессиональном пути. В 80-е годы он командовал большими противолодочными кораблями «Керчь» и «Очаков». С 1995 года был командиром Новороссийской военно-морской базы, а в 2001 его назначили заместителем командующего Черноморским флотом Российской Федерации. Евгений Орлов имеет ряд правительственных наград, в том числе орден за службу Родины третьей степени и орден за военные заслуги. Товарищ вице-адмирал, воспитанники детского лагеря «Штормовой», суворовцы Казанского суворовского военного училища, для торжественного мероприятия, посвященного Дню Черноморского флота, готовы. Не каждый может увидеть такого человека. Таких людей надо вообще ценить и уважать, чего они достигли в жизни. В общем, я очень хотела с ним встретиться, когда я узнала, что он приедет. У меня легче на душе стало.